Не, это вчерашние донаты. Знаешь, что я могу? В Инстаграме тоже оповещали. Думаешь? Да. Ваша Инстаграм тоже хорошая. Это когда чат-рулетку сделаем? Да, всегда сделаем. Да. Ну да. Да, а так тут патрули неплохо загорать будут. Как давай. Да, они здесь бомбовые. Да, прям тебе, блядь, в ебальник она бы рассветит. Ой, а фуси, ты в городе, что ли? Ай, сава, блядь. Телеграм, не телеграм. Всем салам алейкум. Я и мой достойный брат Байра в городе, блядь. Бля, мою старую тляровскую фигуру не снимай на камеру, цы. Я уже из этих годов вышел, когда хлёсткий лахма с прессом газовал. Сейчас тляра лахма в городе, цы. Бля, ну тляра надо... Надо будет поехать ему, брат. А лихма когда не вылетел? Все, у старшего танзи, да не домой. Танзи, танзи, цы. Рикса, Рикса, алейк салам, Анапа. Из-за солнца чат тоже особо не видно. Зато Байрума видно сейчас будет. Байрам и его очки в городе, блядь. А ничего не нужно, пару шлюхуцы и все. Даже кричит. Вау! Ну, ты здесь свои футболки достали, блядь. Салам, передаются всем. Всем ассалам алейкум. Сегодня кто ждет чат-рулетку, плюс дайте-ка в чат, и мы врываемся в этот грязный спорт, блядь. Ай, блядь, Байра, Байра. Байра в городе, блядь. Все плюсы ставят, Байра, блядь. Мы будем сегодня хайповать, блядь. Сегодня, блядь. Сегодня все анонс, сейчас надо больше. Сегодня в чат-рулетку, а сколько чат-рулетку запускаем? Ну, блядь, не знаю, уцы. Как пойдет, да, уцы? Как пойдет, так поедет, уцы. Канакатана. Да. Теплому Еревану тоже алейкум-салам. Теплому бассейну хочу сейчас я салам алейкум сказать. И прыгнуть в него. Да, ну не мог не поделиться с вами вот такой красотой, да, ну не мог, бля. Ну хоть убей не мог, бля, нет что ли, Байра? Да, еще жарко стало, по воду залетел. Да, что воду залетел, ай, бля, сколько же людей тебе завидуют, Байра, бля. Что ты оседлал это, бля, море, бля, которое это бассейн. Уф, уф, уй, бля, уф, уф, уйская суета в городе, бля. Уу! Вот она, я тебе говорю. Крокодил Дэнди в городе, бля. Ай, бля, Байра, Байра, поднабрал, уцы, поднабрал. Видно. После Таиланда что-то хоть изменилось? Да, да, да. Есть, да, фигура? Да. Что-то есть, да, уцы? Хлёсткий Байра в городе. На мне очки уцепили. Камера передняя наебнулась, что ли? Вот на Байре тоже ебанутые очки. Халидс, Халидс грел жесть. Dior оригинал, бля. Орики уцепили. Да, орики уцепили. Бля, ебанутые орики уцепили на те. Там плохая тема загорает. Серьезно, скажи, да, отключаешь ее уцепили. Потом тебя, суки, турки в натуре отключат, сука, говорю, турки.
Я тебе говорю, это сушняк, как пупырку залетать. Фустия в городе, братья мои любимые. Не-не-не, 7 часов не делаем. Я сейчас уже, блядь, запрыгивать буду, выключу. Просто хотел вам показать, да? Lead Energy сейчас привезут ко мне сегодня. Посылка должна, кстати, прийти. Солнце в харю, я ничего не вижу, что вы пишете, боже. Как обычно, блядь, что попало, блядь. Этому привет, этот где, когда домой. Ну, короче, как обычно, хуйня всякая, да, даже можно не читать чат. Ой, блядь, пиццу тоже носишь, что ли? Байра, пиццу будешь хавать? Пиццы носят, смотри здесь, блядь. Откуда ему пицца интересна? Да, ну если мы еще и пиццу закажем, это вообще борщ будет, не уцы? Борщ, да. Мы же похавали, уцы. Рот спать, а тоже в городе, уцы. Ай, бля, Анта, уцы. И Марселя тоже не хватает, да. Тут обстановка, честно сказать, шик, бля. Ай, бля, это кто? Байра, идет она, уцы, там в голову идет она. Идет, просто идет, уцы. Просто она пришла, Байра, та урод его. Ой, бля. Тату, уцы. Ой, бля, Байра. Это что? Алихан, салам, передай, брат, с Красноярска. Алхану и Ильхаму, ассаламу алейкум, наши братья. Бля, Байра, по-моему, сегодня, бля, рубрика Милфа, бля, часть вторая начинается, отцы. Под солью нет, я под сахаром, бля, ебень. Я под солнцем, блядь. Обстановка здесь КФТМ, бля. Байра тоже в городе, бля. Сзади него тоже есть лянка, которая сама себя снимает. Это фитнес-бассейн, уцели, понял? Телефон сейчас взорвется, бля, здесь настолько жарко. Байра, пару слов скажи, да, уцы. Ух, бля, там рот с чьей-то видит. Мы, короче... Да, сегодня чат-рулетка будет? Да. Мы, короче, пацаны, бля,
готовы сегодня нормально захватить этот мир, эту индустрию, короче, ютубовской платформы. Мы тут тоже не собрались, жесть, не кукурузу охранять, а натуре, бля, нормально пострелять, нет, что ли, усы? Да, угол царапал, да, у меня чат наебнулся, я чат не вижу, да, и так его, нахуй, не видел, усы. Тут даже солнца не видно, да. Это, что за бомбовые очки? Серьезно, бомбовые очки, да? А я, блядь, себя вижу в них отражение. Да, ну, Некс. А ты что, как будто зеркало усы. Зеркало, глаза это же зеркало, души усы. И я вижу в этих глазах себя. Ва, да, в моих глазах ты видишь себя, усы. Ты потерял всех, чтобы угодить себе, да, теперь ты теряешь себя, чтобы угодить всем, в отцу. Ну, ты, 24-й байра, бля. Для всех, бля. А так, да, да, хочу обращение сделать. Слишком много пацанов себя потеряли в моменте после твоей фразы. Ты не заметил этого? Да, бля, что-то дохуя слишком пацанов себя потеряло. Бля, что-то себя придите, да, пацаны, по-братски, жесть. Таджикистан попеешь, бля, только вперед. Что ваше общее положение? Себя показывал, да? Что себя показывает? Нереализованное этот. Нереализованное солнце. Таджикистану, алейкиссалам, буцы. Солнце светит, я плохо вижу. Когда разгадывается солнце, погода меняется. У меня чат замыкает, потому что телефон стопудово нагревается. Кто он? Он как подкачался, его так же раскачать тоже можно. Вот. Я нереально белый был, сейчас я нереально темного цвета стал. Че, Байра? Сейчас я от тебя отойду, у тебя интернет закончится, усы. Ой, бля, какой здесь пол горячий, они скин, блядь. Надо вот так здесь идти. Зал, что по кайфу есть. Все заходишь.
Здесь аккуратно запахать можно, уцы. Вот так вот здесь. То есть и по кайфу. Сейчас я Байрама тренировать начну, блядь. Так, аккуратно, ты понял? Запахать сделал здесь? Ну, аккуратно, бассейн, блядь. Че, по кайфу здесь, короче, да? Все, блядь, у вас себе тоже есть, блядь. Фая в городе, что ли? Аккуратно сюда, если по кайфу пришел. Плавки показать. Хуй не показать тебе. Видишь, что по кайфу, я тебе серьезно, бля, говорю, блядь. Здесь, бля, даже Dyson Fantasy по кайфу у меня в тренажерном зале есть, бля. Ты мечтаешь его достать с России, бля. Здесь даже, бля, сауна есть, где можно, бля, попариться по-неделецки, бля. Вот, бля. Вот она, бля, рыба моя мечты, бля. Байра, что делает, интересно, там без интернета, бля. А что, серьезных шорт не было, что ли? Серьезные шорты это какие, блядь? Мне просто пиздец интересно стало, блядь. Байра, блядь. В городе уцы. Опа, где вода? Конечно, вот кто-то на работе сейчас сидит, бля, в Москве или где-то в Зажопинске на тебя смотрит, думает, ебать мой хуй, Байра зажил, бля. Потихоньку к климату привыкаем. Клима, уцы. Клим, гдуф и птаха, нах, в городе. Что, делаем, да, мне будет тут еще один, уцы? Стопудово. Что за бомбочка? Чат-рулетка сегодня!
Коляски ты или, бля. Или под коляской. Да, живцы. Это живцы. Или под этим лежаком, да, ебал. Да. Главное, что у тебя бабки есть, бля. Чё мы, бля, не берём что какие-то коктейли, а звериновые, бля. Да я наебал, бля, и сразу, сука, лишь бы мои бабки въебать уже, бля. Абонемент уже 6 штук, где? Не успели сюда зайти, просто искупаться, я думал, его как гостя можно завести. Абонемент ему на месте взял за 6 тысяч лир, между прочим. Это, сука, гандоном, который кричал, что я свои бабки не трачу. Ну чё привиняться, на М-ке, да, у тебя ролик созалял. Не на М-ке, у тебя. На М-ке, да. Вот же она, вот же твоя, да? Не, она здесь, пацаном, бля. А у меня настроение не пиздится сегодня. Это утро началось для меня минус 25 тысяч, ты хочешь сказать, да? Да, почти 50. 50 почему? Сейчас еще пожалуйста. Ай, бля. Таунцы, пойдем трусинку, футболку. Футболки выходные, до 3 числа ничего не работает, туда 3 надо ехать. Короче, как я понял, бля. Осьминогом шорты, когда они бомбовые были, уцы, скажи. Ну, я сегодня... Несерьезные уцы. Осьминожки уцы. Да. Там один пишет, а что ты серьезных шорт не было, что ли? Пиздец, серьезные, это какие с кинжалами, бля, там, бля. Если бы в натуре, бля, все в серьезных шортах ходили бы и говорили то, что бы, бля, жесть делали, на кладбище бы, бля, гилов не было, это че, на кладбище бы мест не было бы, уцы. Даже... Ты че, Ацако? Все такие отморозки, мокрушники, жесть. Аня, все равно, как у тебя, не получается, бля, жесть. Да, получится, уцы. Ну да, скоро он не будет. Зато ты байрам уотай нам. Я твой футболку уронил, уцы. Бля, я тебя же сейчас уроню, сука. Ты себе, это моя футболка, что ли, на полу лежала? Да, но сейчас, сука, чистый, ты вместе с ней рядом лежишь, бля, если он чистый, бля. Охуеть. Вау. О. Смотрящий за этим, за этим. Ай, бля, Вайра, Вайра, бля. За всем этим побережьем, бля, смотрящий я. Она в натуре как на тебя взгляд кинула, лацала за словами, чай. Просто направо подсекидывал тебе направо, аккуратно, так ты сделай право. Она же в очках, вот как она на меня может взгляд кинуть? Она на тебя смотрит, жилеха, брат. Ну, бля, я же в несерьезных чертах, нихуя себе, как на меня не смотреть? Брат, это самый нереальный. Кто-то скажет, что это неперский, да? Несерьезные сказали. Да. Лето, ты понял, да, бля, лето, пляж, бля, настроение, ну, бля, осьминоговые шорты, бля. Ты знаешь эту фирму? Зели уцы. Ты долбоебший, как зели, бля. Как называется? Да, бля, тебе, бля, не понять уцы. Да, нахуй, да. На все фирмы мира, бля. Да, конечно. Сука, что за радикал зашел на тур и написал, что у меня шорты не серьезные, меня скоро интересуют.
еще бизнес, обстановка. Девушка! Тихо, да, долбоёб. Ну, а тут везде красный. Да. Эй, короче, пацаны, давайте тогда на связи. Что здесь тоже жужжик? Жужжик делает, бля. Фаин, ну когда видишь, не только ты бомба становишься, а весь мир. Она специально пошла туда, бля, села в тенечек пиццу похавать, бля. Эй, а мы рекламу будем уже запускать? Реклама самая легендарная. Конечно, Олег, мы не только билет уже купили, Олег уже вылетает. Не, я зачем Олег билет купил, скажи, да? Я зачем, говорит, Олег? Ой, бля, ладно, братья мои любимые, бля. Бля, с вами вместе нырнуть, что ли, бля? Эй, а думаешь, телефон не сломается вот здесь? Блять, мы когда думали о последствиях, да, зато с братьями вместе под воду сейчас нырнем и стрим закончим, да, не? Да, 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 да. Пошли, ска. Бля, здесь пицца на три. Ты так загорел, что ли, отцы, уже? Да. Кожу облазить, за слова отвечаю. Да, конечно, отцы. Ты на туре, отцы, как змея кожу сменил, не, отцы, манат? Ныряешь и отключает. Она нормально плавает, не, отцы? Да, она такая тлярамага, она сестренка. Тлярамага, вчера на туре, бля, пришли, не? Блядь, тляра маги вчера чуть ли ебальный не знали. Эй, я, короче, с вами прыгаю и отключаю. Пучку лах могу родить, да. Валя, сначала ты прыгаешь. Да? Да, ну просто нырни, и я тебя под водой там снимать буду. Ага, давай. Только не перди, пузырики будут. Все, давай, ныряй. Я тоже нырю, как ты нырнешь. Долбоеб, ты мне навстречу, что ли, хоть поплыть? Давай. Байер, лицо под водой показывает. Чуть назад отойди тогда, чтобы мы друг другу навстречу поплыли. Я тебя в очках сниму, как ты подплываешь. Давай, это давай. Пиздец, что за мув будет. Интернет не пропадет. Да хуложил я, что пропадет, что опасается. Думаю, еще чуть назад отойди. А куда еще, брат, ты не доплывешь? Да пиздец, что ты... Да какой не доплывешь, долбоеб, я вырос в воде, бля. Давай. Еще, еще, еще. Еще? Да конечно, брат, мы только друг другу навстречу прыгнем, он уже закончится. А, выплыть будем? Нет, бля, ебать, бля, бежать, бля. Это фильм «Челюсти», ребята, новое. Раз, два, три. Бомба училась? Я не знаю, нихуя не видел. Нормально, очки один. Да, пиздец. А ты видел? Погодный, вот ты понял? Что, в чате как пишут? Не знаю. Еще раз заход хочешь дать? Эй, меня слышно вообще? А шалит, меня еще и слышно, прикинь. Слышно? Да. Когда слышно не было, скажи. Эй, я пошел купаться, я выключаю стрим. Всем салам алейкум, всем на связи, до вечера.